Політика ЮЕ на каналі Рада вітає. Ми обговорюємо держбюджет 2017 року з економістом, виконавчим директором міжнародного фонду блейзера Олегом Устенком. Пане Олеже, я вітаю вас у нашій студії. Як же ви в цілому оцінюєте документ, за яким житиме країна у наступному фінансовому році? Ну, є большое количество і плюсів і мінусів в цьому документі. Все таки мне кажется, хорошо, що он в принципі прийнят. Ми входимо в новий рік з новим документом на руках. Хорошо это то, что, в общем-то, пытаются снизить дефицит государственного бюджета. Абсолютно очевидно, что когда в 2014 году дефицит государственного бюджета составлял больше, чем 10% ВВП, я просто напомнил бы, что в свое время, когда греки падали в пропасть, они падали в пропасть с отметки дефицита в 13% ВВП, снижение, вот то, которое происходит, до 3% ВВП, это позитивный момент. Что касается макроэкономических параметров, то тоже, в общем-то, не все так плохо. і, може быть, даже гораздо можна було можно очікувати. ожидать. видаткова і дохідна частина збільшується на 15 мільярдів гривень. Это тоже правда. Но с другой стороны, надо не забывать, что есть достаточно высокий уровень інфляції. Я просто напомню, что в 2014, 15, 16 году кумулятивный уровень инфляции в Украине зашкаливал. Был один из. Із... не просто одним из самых, а самым высоким в Европе и одним из самых высоких в мире, поэтому не может не радовать ожидания, которые есть у Кабмина и у депутатов Верховной Рады, которые проголосовали за этот документ, что инфляция составит порядка 8% в следующем году. Не может не радовать их оптимизм, с которым они смотрят в будущее. Разработчики я имею в виду документа и опять-таки те, кто взял на себя ответственность и голосовал за этот документ, что экономический рост составит 3%. Но вместе с тем там есть большое количество иное и большое количество рисков. Ну, во-первых, для меня абсолютно очевидно, что экономический рост в 3%, который прогнозируют на следующий год, даже если он будет достигнут, потому что, по моему мнению, скорее всего, мы будем расти около 2% в следующем году, это недостаточно для такой страны, как Украина. Особенно учитывая то, что мы в 2014-2015 годах упали на 17,5% и с трудом отвоевали 1,5% или почти 1,5%. Мало. Я считаю, что учитывая то, что Украина является одной из бедных стран Европы, и точно не самой богатой страной в мире, а международный опыт показывает, что единственный способ бороться с бедностью это расти от 5% в год, я бы ожидал, что мы бы должны были с вами увидеть экономический рост 5%, как минимум. Более того, это такой рода рост необходим, учитывая ту колоссальную долговую нагрузку, которая есть у Украины. Но не забывайте, что Украина находится на уровне порядка 90% ВВП, это объем государственного долга, деленный на наше ВВП, 90% это значит, что больше чем 5% ВВП до последнего времени мы отдавали только за обслуживание наших долгов, за выплату процентов по нашим долгам. После того, когда в кармане у государства, а значит у украинских налогоплательщиков появился приватбанк, эта сумма увеличилась на 5,5 миллиардов долларов. Это именно та сумма, которая необходима для рекапитализации, для дополнительного капитала, который должно государство, а значит украинские налогоплательщики влить в Приватбанк, который нынче стал государственным банком. А от вас на эти показники 5 миллиардов долларов в раховании уже в бюджете? Вот Я поступают? понимаю, что они идут в статье, касающейся повышения объема нашего государственного долга. Поэтому еще это еще один мотиватор для того, чтобы мы с вами росли в общем -то, гораздо быстрее, чем мы будем показывать рост в следующем году. Надо понимать, что это точно не прорывной бюджет точно не прорывной, но хорошо, что, еще раз говорю, что хорошо, что он есть. Самая большая статья затрат, опять-таки ситуация сложилась объективно, самая э, большая статья, которая есть затратная в расходной части государственного бюджета, э, касается прежде всего э, финансирования дефицита пенсионного фонда Украины. Не забывайте, что 2016 mm -hmm. год э, мы заканчиваем с дефицитом пенсионного фонда с в 6,4% ВВП. Я просто напомнил бы, что в публичных финансах такой вот чертой, ниже которой ни в ко... выше которой ни в коем случае нельзя подниматься, является черта в 3% ВВП. Здесь только пенсионные фонды. За рахунок подвышения минимальной зарплаты 3200 вдастся наполнить пенсионный фонд, уменьшить дефицит пенсионного фонда? Адже на это рассчитывал уряд? Я На скажу, что здесь есть большое количество рисков. Если говорить по поводу вообще в принципе рисков, я вижу риски, связанные с тем, что да, увеличился, увеличивается минимальная заработная плата. Ее надо рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, увеличение минимальной заработной платы дает скачок затрат по расходной части государственного бюджета. С другой стороны, я понимаю, правительство предполагает, что можно будет получить дополнительные доходы от экономики, от негосударственного сектора, от частного сектора, доходы в государственный бюджет. К слову сказать, вот эти три двести увеличения, насколько я понимаю, согласно новому бюджету, они не касаются сразу всех. И вот эта тарифная сетка, которая есть в бюджетном угу. секторе, она как раз не будет привязана к трем двести, останется старая минимальная. 1600. Да. Угу. Поэтому фактически мы увидим такие отдельные элементы уравниловки в данном случае. Это, кстати, обидно, а но... за рахунок чего он у государственного бюджета приватного приватного сектора? за рахунок а, детенизации? За, за счет. Ну я бы не сказал, что это уж такая совсем детенизация, как в лексике правительственных чиновников, представителей Кабмина, мы слышим, но это действительно может быть позитивный эффект от того, что те, кто платит минимальную заработную плату, вынуждены будут платить более высокую плату. И это, к слову сказать, я понимаю, что может дать плюс около 10 миллиардов гривен в государственный бюджет. С другой стороны, у меня вызывают сомнения, например, такие рисковые поступления, которые заложены в государственный бюджет. Прежде всего, все, что касается приватизации. Приватизация, объем средств, которые должны быть поступлены, которые поступят в государство на С протяжении 17 да, в угу. доходную часть, составляют порядка 17 миллиардов гривен. У меня есть масса опасений, а что будет в том случае, если эти 17 миллиардов гривен не поступят, особенно учитывая, в роте не поступило? Правда, учитывая тот факт, что в этом году мы получили от запланированных объемов поступления от приватизации меньше чем 1%. Мы уверены в том, что 100% будет выполнена приватизация в следующем году. Второй большой у меня вопрос есть, это все, что касается... поиска сокровищ прежнего режима. Мы уверены, что эти сокровища будут найдены. Почему их не нашли в 2014, и в 2015, и в 2016 годах и не вернули в бюджет, а в 2017 году мы полностью рассчитываем на них. Я То тобто би... есть бы... это выходит, что на э, е, выдатковую часть бюджета э, может не знайтися певної суми коштів. Правда, да. Но тоже правда, что вот если мы уже затронули эту тему поиск сокровищ прежнего режима, у меня возникает серьезный вопрос, зачем, зачем их закладывали в доходную часть бюджета. Я бы предпочел видеть совершенно другой вариант. Если да, удастся найти эти деньги, удастся вернуть эти деньги в казну, то было бы совершенно изумительно, если бы эти деньги взяли и пустили на покрытие тех огромных долгов, которые есть у государства. 90% ВВП, объем государственного долга почему бы не пустить часть денег для того чтобы перекрывать дефицит для того чтобы снижать долговую нагрузку в любом случае вы правы если доходная часть не выполняется к слову сказать, у меня есть опасения, например, насчет увеличения акцизов по табаку на 40%. Мы уверены, что в условиях, когда мы не контролируем часть нашей восточной границы, а таможенное ведомство не является самым транспарентным и некоррупционным ведомством Украины, мы уверены, что у нас не откроются контрабандные каналы поставок сигарет в страну. Почему? Потому что мировой опыт свидетельствует о том, что, как правило, акцизы увеличиваются на уровень инфляции. Опыт европейских стран действительно есть другой, когда страны вступали в Европейский Союз, они увеличивали акцизы более резко, например, на от 20 до 30 процентов или даже от 10 до 30 процентов, в зависимости от случая к случаю. Но там другой был э, контекст этого увеличения но э, когда в украине увеличивается на 40 у меня есть опасение что доходная часть по акцизам будет не выполнена более того быть не то же самое относится к алкоголю на 12 акцизы увеличены мы уверены что у нас не будет контрафактного производства алкоголя то есть здесь я тоже вижу определенные риски в любом случае доходная часть если не дополучает средства могут возникать серьезные проблемы с расходной частью. В расходной части у нас колоссальные есть затраты. Во-первых, вот это финансирование пенсионного фонда. Ситуация экономическая в стране точно далека от идеальной. Наши расчеты, которые мы делали в фонде Блейзера еще в 2012 году, показывали, что мы должны будем достичь соотношения один к одному, одно, один работающий обслуживает одного пенсионера в 2020 году. Но колесо истории, мы учитывали старую динамику, старую систему координат, но колесо истории вертелось так быстро, что по результату этого года один работающий содержит 1,2 пенсионера. Поэтому для того, чтобы... Вот почему, скорее всего, я бы ожидал, что дефицит пенсионного фонда в следующем году еще более увеличится по сравнению с этим огромным объемом, огромной дырой, которая была в этом году. Для того, чтобы его уменьшить, надо было проводить так называемую параметрическую пенсионную реформу, которую, к слову сказать, брала на себя обязательство украинское правительство делать вот по по меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Вторая большая дыра, которая у нас есть, это действительно наши государственные долги. Государственные долги, которые надо обслуживать и которые находятся на отметке, ну, вот около 5% ВВП мы должны будем отдавать просто за оплату процентов по нашим долгам. Еще одна большая дыра, которая появилась, это Приватбанк. Фактически еще более чем даже 5% ВВП надо будет отдавать на рекапитализацию Приватбанка. Еще одна большая Статья расходов, которая у нас есть. К слову сказать, заметьте, она не первая статья расходов. Это все, что касается, все, что касается обороноспособности страны. Страна, которая находится фактически в фактическом состоянии войны, должна тратить на оборону: и 5% ВВП мы будем тратить на оборону. К слову сказать, для примера, скажем, если вы сравните с данными тех же Соединенных Штатов Америки, 3,6% ВВП тратится на оборону. Наши партнеры в Балтийских странах, в зависимости от страны, Исключение составляет Естонія, которая тратит чуть больше, чем 2% ВВП на оборону и безопасность. но, например, Латвия и Литва тратят около 1% ВВП. Тобто, ми страна, которая точно не очень хорошо себя чувствует, вынуждены, мы вынуждены тратить достаточно э, много на оборону, но и параллельно получается і на силовой блок. Вот 5 ВВП. А, власне, ви говорите, ну ми говоримо з вами про те, що okay. може не вистачити дохідної частини, щоб роздати э, всі необхідні видатки. большое опасение, потому что тогда в этом случае вот это кажущееся вроде бы начало, очень хороший и позитивный сигнал, связанный с тем, что дефицит государственного бюджета попытается сжать, довести его до уровня 3% ВВП, он может расшириться, он может раздуться в том случае, если доходная часть не будет выполнена в тех объемах, в которых она должна быть выполнена. Это стосовно дефицита, а стосовно инфляции, 8% а, сможем, но... эту вот, инфляцию я... наступного от поднимутся минимальные заработные платы? Хай не для всех, но все, все, ж таки. Я бы сказал так. Ну, во-первых, я не считаю, что увеличение минимальной заработной платы слишком сильно повлияет, особенно вот в этой новой э, редакции, которая проголосована э, Верховной радой, что, оно ну, там, повлияет вообще на все слои населения нет, отнюдь нет. Там отдельные категории. Угу. Чек для частного сектора действительно существенный, 10 миллиардов гривен. Не надо думать, что это крупные предприятия, для которых 10 миллиардов гривен не такая уж там неподъемная сумма. Речь идет по поводу тех, кто занят в секторе, прежде всего, малого бизнеса, для них вопрос это больше самозанятости, вопрос вот какого-то временного выживания. И для них тяжело будет поднять минималку до вот этого уровня 3200. Поэтому я бы все-таки ориентировался на международные исследования. В июне 2016 года вышло совершенно интересное исследование, которое сделал Международный валютный фонд по всей мировой экономике, где четко приводятся расчеты по миру в среднем, насколько увеличивается уровень безработицы в том случае, если увеличивается минимальная заработная плата. Так вот, если следовать их экономикометрической модели, которая там заложена в их а, работе, а, то увеличение минимальной заработной платы, которое а, произошло в Украине, может, как максимум, конечно, но может повлечь плюс а, в уровне безработицы, а, скажем, почти 5%. Я далек от мысли, что это будет плюс 5%. 900, так, это просто умов. огромный а, процент, который может а, дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Мы заканчиваем этот год с уровнем безработицы по методологии Международной организации труда около 12%. Добавьте туда при самом плохом раскладе 5%, и вы поймете, что 17% безработных в Украине это фактически неподъемная величина. Поэтому есть надежда на то, что все-таки параллельно будет вестись другая сюжетная линия. И вот эта другая сюжетная линия ⁇ это все-таки реформирование нашей экономики. Мы не сможем нормально развиваться вот на старой экспортно зависимые модели. Определенно, что в следующем году должно быть лучше, чем в этом году. Это реформирование экономики при 3% ВВП, вы говорите, что всего недостаточно, что, как минимум, нужно от 5 сегодня. Правда. Для того, чтобы мы получили вот от 5% роста, нам надо прекратить молиться на состояние внешних рынков, что, я понимаю, делает Украина на протяжении 25 последних лет, потому что мы экспортно ориентированная экономика, абсолютно полностью зависим от ситуации на мировых товарных рынках. Более того, на этих мировых товарных рынках мы выступаем с продукцией с низким уровнем добавленной стоимости. Речь идет прежде всего о металле, речь идет о продукции сельского хозяйства. Раньше речь шла о химии, сейчас в меньшей степени, но все равно. Э, о, о этих продуктах. Эти продукты, как правило, наиболее сильно подвержены колебаниям, которые есть на мировом рынке. Мировая экономика в следующем году, локомотив мировой экономики будет мчаться со скоростью 3,5%. Украинская электричка будет пытаться догнать 3 3% роста. То есть даже, даже при самом идеальном раскладе мы будем отставать на полпроцента даже в следующем году. Представьте, что в этом году мировая экономика тоже мчалась со скоростью 3-4% роста. А мы с трудом добрались до роста от 1 до 1,5%. И это на фоне того, что мы на 17,5% упали в 2014 и 2015 году. Да, мы будем жить лучше в следующем году. Но что значит лучше? Лучше, чем когда? Лучше, чем в этом году? Да. Но, но это не все. В экономике неправильно думать только о, самим, о самом себе. Ты должен думать по поводу твоего окружения. Но когда твое окружение будет жить гораздо лучше, а ты немного лучше, это точно не выбор. Опять-таки, если бы мы были Франция или Германия, где был ВВП на душу населения в несколько десятков тысяч евро, то можно было бы успокоиться и допускать рост у нас 1-2%. Но мы Украина, которая находится на уровне 65% того ВВП, который был в 1991 году году. Какие подходы экономичного развития, как изменить вид Ре... ориентированной экономики? Пытаться да. уйти в так называемую инвестиционную модель роста. Инвестиционная модель роста невозможна без того, чтобы не привлекать инвестиции. Но инвестиции в экономику привлечь невозможно при высоких уровнях риска, которые есть в экономике. Украинская экономика это экономика, которая имеет высокие уровни риска. И поэтому когда Фичи и Стендарт Энпуэр сказала, что они улучшили наш рейтинг, подняв нас на одну ступень, Буквально несколько недель назад ровным счетом для меня ничего не означает. Потому что мы находимся 5 ступеней выше так называемого инвестиционного уровня. Вот даже при этом улучшении нашего рейтинга, 5 ступеней ниже инвестиционного уровня. В такие экономики деньги, как правило, не вкладывают. Результатом этого является то, что на выходе 2016 года приток прямых иностранных инвестиций будет находиться от 3 до 4 миллиардов. А я, вот, может на развитие экономики розвиток і на финансовую систему национализация приватбанку ну, по большому счету говоря, какая была опция? Было две возможных опции, и это, опять-таки, мировой опыт подтверждает. Если у тебя есть не очень значительный, не очень важный банк, как правило, государство выбирает, э, выбирает путь движения «спасем вкладчиков, а банк утопим, он нам не нужен». Но все это правда только в том случае, если речь не идет про так называемые системообразующие банки. Приватбанк – это системообразующий банк. Поэтому было две опции. Либо утопить его, и значит тогда дать крайне негативный сигнал для, всей коммерчес... для всех коммерческих банков, функционирующих в экономике, фактически обречь их на падение. И, соответственно, дополнительный негативный импульс для экономики страны. Либо спасать этот банк. Но спасать этот банк э, тоже затратная вещь. Она менее затратная для налогоплательщиков, чем просто взять его утопить. Но в данном случае мы должны быть готовы к тому, что 5,5 миллиардов долларов это колоссальная величина для Украины. Это фактически речь идет о 6,5% нашего ВВП. Огромная величина. 6,5% ВВП можно было не поднимать тарифы на газ, к примеру. Или 6,5% ВВП полностью перекрывает дефицит пенсионного фонда и не надо даже заботиться по поводу каких-либо параметрических реформ, которые там надо делать в пенсионном секторе. Это огромная величина. И как правило государства, которые выбирают этот путь, как спасать, и он в принципе правильный, они параллельно выбирают такой подпуть, пытаться договориться с акционерами, а еще лучше не договориться, а нажать на акционеров, этого банка, для того, чтобы они влили в этот банк по возможности свой собственный капитал. Свой собственный капитал для того, чтобы минимизировать тот чек, который должны выписать украинские налогоплательщики. Но, похоже, в силу целого ряда причин подобного рода договоренности нет. И вот все 5,5 миллиардов долларов оказывается на плечах украинцев. Еще раз говорю, это был единственный способ это сделать. Вряд ли это повлечет какие-то серьезные подвижки в реальности, в макроэкономических параметрах. Но давление Существует очень серьезное, оно негативное, и курсовое давление, и инфляционное и так далее. То, что у нас инфляция в следующем году замедляется до 8%, должно приветствоваться. Но надо тоже понимать, что инфляция 8% ⁇ это самая высокая в Европе инфляция. Нет, выше инфляции чем 8%. По миру это не самая высокая, по Европе это самая высокая инфляция. У меня, что касается курса, я понимаю, что тоже Итак, важный макроэкономический параметр. Курса, курса гривны. Да, курса гривны. Я считаю, что в принципе на курс влияет прежде всего наша потребность во внешнем финансировании на следующий год. Я оцениваю внешнюю потребность, вернее, потребность внутреннюю во внешнем финансировании от 5 до 10 миллиардов долларов в зависимости от того, какой сценарий развития будет и здесь, внутри экономики, и как будет меняться геоэкономическая ситуация в принципе в мире. Так вот, если говорить об этих 5-10 миллиардах долларов, она будет меньше потребность в том случае, если мы будем рваться в проведении структурных реформ, судебной реформе, снижении административных барьеров для ведения бизнеса, там, я не знаю, реформа государственного управления и так далее. Вот есть и борьба с коррупцией. К слову сказать, 130 место из 167 стран, которые рейтингуются Transparency International, точно не является такой вот просто серьезным большим мотиватором для того, чтобы вкладываться в нашу экономику. Особенно если думать по поводу того, кто находится в цепочке с нами, включая, например, тот же... Там, Парагвай, да, несколько африканских стран и несколько стран Ближнего Востока, они же нас в основном страны Субсахарной Африки, то это точно не самое хорошее соседство. Но если мы будем проводить реформы, тогда мы сможем и улучшить нашу позицию в этом Чи рейтинге. Думаете, а в наступном уроке ты все-таки курс 27 гривен? Я считаю, что в принципе в базовом сценарии удастся выдерживать курс до 30 гривен в следующем году. И вот почему. Я надеюсь, что, во-первых, мы будем продолжать или попытаемся все-таки запустить более активно фазу реформ. Раз. Второе, в общем-то, у нас есть резервы 15,3 миллиарда долларов, которые, скорее, мне кажется, будет использована тактика уменьшения золотовалютных резервов, нежели серьезная дисбалансировка курса. И с этой точки зрения, я думаю, все-таки э, удастся выдерживать курсовой параметр в районе 30 гривен за 1 доллар, в том случае, если никаких таких уж совсем серьезных катаклизмов. Стосовно девальвации, не будет будет это року? Э, ну вот, я считаю, что вот девальвация в районе фактически 10% вполне возможно. То есть доведение курса с текущего до, там, скажем, 30 гривен, ну, мне кажется, вполне реально. Я уже не говорю, не забывайте, что на нас давят же не только наши внутренние проблемы, есть внешние какие-то факторы, которые на нас давят. Европейский Союз, колоссальная неопределенность, которая там есть, то, что произошло в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду не выборы, но выборы тоже будут влиять, конечно, но я имею в виду то, что Федеральная резервная система опустила свою, подняла свою ставку, и поэтому сейчас мы видим перетоки капиталов на территорию Штатов, и параллельно идет девальвация евро по отношению к доллару, а учитывая то, что у нас 40% нашего экспорта приходится на территорию Европейского Союза, то девальвация евро будет означать автоматический минус для нас в долларовом эквиваленте. Это не, не очень сложные экономические такие постулаты, но я оцениваю фактор риска, который идет со стороны евро для нас, это минус 2% в нашем ВВП, что вот крайне серьезный фактор риска. А вот, власне, говорить про то, что с ухвалением бюджета, а мы уже на сегодня имеем бюджет наступного года, Украина может рассчитывать на черговый транш международного я думаю, что для того, чтобы выносить украинский вопрос на заседание Совета директоров, недостаточно было принять только бюджет. Я уже не говорю по поводу того, что первоначально рассматривался вопрос возможности выноса украинского вопроса на заседание Совета директоров в 20 числах ноября текущего года. Для того, чтобы мы вынесли этот вопрос, не, не, не только бюджет надо иметь на руках, надо иметь и бюджет, к слову сказать, реалистичный бюджет, а поэтому бюджету есть целый ряд вопросов. Но не забывайте, что мы брали на себя обязательство сделать рынок земли до конца этого года, мы обещали до конца этого года приватизировать ОПЗ, мы обещали э, сделать антикоррупционный суд, и вот, мне кажется, очень много из этого мы как раз и не сделали. Поэтому, если мы на протяжении, скажем, января Февраля зробимо то, що обіцяли раніше. То тогда, звісно, вопрос України можна сміло виносити на засідання. Совета директорів. Дякую за розмову. Олег Хустенко, економіст, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера, був гостем нашої студії. Я вам дякую за розмову і дякую вам, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.